Так, всем привет, и в этом видео я хочу поиграть в игру под названием «Хорошая пицца, отличная пицца». Это продолжение. Погнали. У нас день седьмой. Главное, чтобы все сделать тоже.
Не знаю, почему там вот, ну, как бы, день темно, а за окном светло. Там немного работали. Нормально, немного. Так, что ему надо?
Как половина пепперони без сыра, половина сыра без соуса. Так. Вот так вот. Так, нужно еще разрезать, наверное. Ну, блин. Что я поделаю? Мне нужно две пепперони на одну с грибами. Сделать их очень хрустящими. Я, блин, вообще ничего не зарабатывал, не заработал. Ну, она же с грибами напросилась, блин, с грибами, ладно. Можем две грибные пиццы, пожалуйста. Ну ладно. Надо было класть. Блин, я думаю, не надо и было перо не класть. Ну ладно. Ладно, выкидывать я не буду. Заново еще одну сделаю. Я, наверное, выкину эту пиццу, потому что она... Я ее не так сделал, как должен был. Да, еще вообще, мне кажется, ничего не заработаю. Так. Видимо, да, я маг пиццы. Не. Так. Я маг.